О, да, это то, что мне нужно. Ауч! Мой клык! О, чую запах крови. А это еще что? Знакомьтесь, богатый вампир Деннис. Царит деньгами, моя суперсила. Может, поделишься? С дороги! Гигабогатая вампиресса Пинки обожает эффектные появления. Какая она роскошная! Ого, зверский аппетит! Каждый день новый охранник весьма расточительно. Могу себе позволить. Гигабогатую диву не так-то просто удивить. Официант! Чем могу помочь, мисс? Есть ли у вас особое меню? Особое? Для настоящих вампиров? Так понятнее. Яснее некуда, мисс. Благодарю. Посмотрим. О, красавчик Тимоти. Живо! Сию минуту. Вот, как вы и просили. Бон аппетит. Внимание, внимание! Срочные новости! Без вести пропал Тимоти Шаломе. Официант, несите десерт этого ведущего. Что ж, как пожелаете. Это просто катастрофа. Кто выключил свет? Ваш заказ. О, наконец-то. Приятного мне аппетита. Визит к стоматологу – это всегда волнительно. У бедной вампирши откололся клык. Доктор уже спешит на помощь. Но погодите, что это? Жук? Бррр! А, подумаешь. Интересно, что там еще? Палец? А, мне дурно. О, какие мы нежные. Придется все делать самой. Картонный зуб? Ха, почему бы и нет? Дешево и сердито. Чудесно. А вы ничего не забыли? Конечно, док. Спасибо за помощь. О, нет. Что за вой на болотах? Все в порядке. Это всего лишь богатый вампир. Я обломал свои клыки. Какое странное чувство. Беззубый лузер. Исправьте все. Как можно скорее. Вы глазом моргнуть не успеете. Нарощенные клыки еще круче, чем предыдущие. Приятного аппетита! Следующий на очереди гигабогатый клиент. Эти клыки мне надоели. Хочу что-то более стильное. Любой каприз за ваши деньги. Цена не имеет значения. Ознакомьтесь с ассортиментом. Платиновые грилзы, бриллиантовые стразы. Да вы издеваетесь! Спокойствие, мисс! У нас есть VIP-предложение. Золото высшей пробы. Для искушенного пациента. Но... как же я буду пить? О, чуть не забыла. О, благодарю. Работа в больнице имеет свои вампирские плюсы. Свежая порция анализов. Оставлю-ка их здесь. Какой аромат! Ну уж нет, я профессионал. Но вампирская природа сильнее. Обожаю! О нет, все было как в тумане. Нужно срочно это исправить. Жидкость красного цвета. Томатный сок. Надеюсь, никто ничего не заметит. Миссис Уилсон, мы получили результаты ваших анализов. Согласно исследованиям, вы... спелый томат! О, ужас! Известный факт. Солнечный свет противопоказан вампирам. Но у богатого Денниса есть свои лайфхаки. Супермощную защиту от солнца. Заказывали? О, SPF 5000. Благодарю. Теперь можно смело загорать. Правда, малыш Бобо? У бедной вампирши Поли те же проблемы. Аучу, как больно! Но в ее мрачной голове есть парочка светлых идей. Мусорный пакет. То, что мне нужно. Раз, два. И бюджетная защита от солнца готова. Ах, какое блаженство.
Вампирессе Пинки тоже застала яркий денек. Все под контролем. У Пинки есть пульт всех стихий. Переключить природные условия? Ну, проще не бывает. Пасмурно? Ну уж нет. Лунный свет. Вот что я люблю. Ограбление по-вампирски начинается. Лот номер один. Золотое колье и серьги. Ух, наверное, стоит кучу денег. Да я просто везунчик. Кажется, я что-то забыла. Ну, привет, моя прелесть. Аучу, серебро. О, святой Ван Хельсинг, как горячо. О, нет, тревога. Стоять, не с места. А ну отдавай мешок, сейчас же. Бедняга и не догадывается о вампирской силе. Какая странная статуя, как живая. Ну, я, пожалуй, пойду. Бедный шопинг в самом разгаре. С ума сойти, какая роскошь! Вот только цена кому-то совсем не по клыкам. Интересно, сколько здесь нулей? Да, моего счастливого доллара явно на это не хватит. Я должна что-то придумать. Вампирский гипноз решит все проблемы. Отлично, теперь у меня есть работа. Богатый вампир уже тут как тут. Это все не впечатляет. Что такое? Ого! Ну и ну. Кажется, у хитрюги Полли появилась идея. Это слишком вульгарно. А как насчет нашей новинки? Этот цвет вам очень идет. Большое спасибо. О, кажется, пронесло. Я в полном восторге. Беру. Спасибо, сэр. Приходите еще. Легкие деньги. Вампиресса Пинки привыкла к первоклассному сервису. Уже бегу. Мне нужно что-то шикарное. Вот это да. Вернусь через секунду. О, и тяжеленный. О, перед вами гроб графини Дракулы. А вот и сама графиня. Какая прелесть. Обожаю винтаж. Оно в вашем распоряжении. Фантастика. Я его беру. Аривар. Всего наилучшего. Что здесь происходит? Это ты? Вон из моего магазина. И больше никаких вампиров. Сладких мне снов. Кто тут хороший мальчик? Малыш Бобо. Что с тобой, песик? Давно хотел сказать. Я ненавижу вампиров. А это тебе за хорошего мальчика. Нет, изыди, оборотень. А, так это был сон. Какое счастье. Сегодня день рождения Дэна. Богатые гости уже на месте. И не с пустыми руками. Одну минутку. Я уже не настолько молод. Да начнется веселье. Загадывай свое богатое желание, Дэн. Бедная вампирша тоже пришла на вечеринку. Это еще что за выходки? Кто опустил сюда эту нищенку? С днем рождения! Бедным здесь не место. Это несправедливо. Леди, на чем мы остановились? Вручение подарков. Обожаю подарки. Ого! Неужели подарок от самого Дракулы? Сюрприз, кровопийцы! Я тут по вашу душу! Прошу, не делай этого! О нет! На помощь! Кажется, кто-то попал в беду. Бэтгёрл спешит на помощь. Я так долго ждал этого момента! Прошу, не убивай. Мы щедро тебе заплатим. Прощайтесь с жизнью. А может, сперва разберешься с ней? Эй, ты, а ну отпусти моих друзей. Отличная попытка. Ну, и что ты мне сделаешь? Кия! Ну все, ты мне надоела. Прощай, вампир. Ауч! Ну надо же.
А я знала. Полли, ты наша спасительница. Давай забудем все обиды и будем дружить. Ого, мне пора. Шопинг – любимое развлечение миллионеров. Опустошим этот магазин, Пинки. Как скажешь, Ники. Пинки уже нашла то, что искала. А вот Ники никак не может определиться. Стоп, зачем выбирать, если можно купить все? Пора на кассу. Побольше бы таких щедрых клиентов. Ники, еще увидимся. Я покупаю всю коллекцию. Как скажете, но этого не хватит. У Ники еще есть. Она и денежный дождь может устроить. Но эта коллекция слишком дорогая, даже для миллионерши. И гига-мега-золотая карта тут бессильна. Есть одно решение. Придется распрощаться со своими украшениями. Теперь у Ники есть вещи, но совсем нет денег. Никто не должен знать этот страшный секрет. Пинки так и сияет богатством. А вот у Ники дела не очень. Что будем заказывать, леди? Все самое лучшее и богатое. А мне просто воды. Кажется, Ники сегодня не в духе. Но обед поднимет ей настроение. Как вкусно пахнет. Но для бедной миллионерши только вода. Но есть одна идея. Ваш чай, мисс. Только без обид, подруга. Все это ради обеда. Это возмутительно. Я буду жаловаться. На горизонте чисто. Можно и подкрепиться. Сколько здесь вкусняшек. О, да. Кажется, Ники наелась. Но этим пирожным так одиноко. Сладкоежку ничто не остановит. И Пинки ждет большой сюрприз. Где мой обед? Пинки сейчас раскроет бедную тайну Ники. Если, конечно, не пойти на хитрость. Пинки, это все официант. Действуй, подруга. Пинки не любит, когда ее обманывают. В этот ресторан больше не ногой. Миллионерши знают, как правильно отдыхать. Интересно, как там поживает Ники? Ники бы и рада отдохнуть. Но сегодня она аниматор на детском празднике. Ой, звонят. Это же Пинки. Я должна замаскировать свою бедность. И долго ее ждать. Ники, привет! Я на островах. А у тебя как дела? Привет, подруга. Упс, я тоже в отпуске. Вау, у тебя там очень красиво. О, да, здесь песочек и пальмы. О чем еще мечтать? Эй, Ники, идем играть. Пинки, мне надо бежать. Вечеринка в самом разгаре. Ники, какая-то странная сегодня. Вечеринка, откуда там дети, неважно. Пусть подруга развлекается. А у Ники настоящая схватка за телефон. Всем тихо. Ники, сейчас твой выход. А это гонорар. Вперед! Не миллион, конечно, но сойдет. Детишки, поиграем? Тогда скорее прячьтесь. А пират Ники будет вас искать. Ух ты, мои первые заработанные деньги. Вау, концерт самой Люси великолепной. На нем будут все сливки общества. Это мой VIP-билет. Я не могу пропустить такое событие. Проходите, мисс. Хорошего вечера. У Ники тоже есть билетик. Самодельный билет. Ты издеваешься? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. И точка. А что если... А это идея. Секьюрити, сейчас же меня пропускай. Пошевеливайся, мальчик, у меня вообще-то концерт. Тут что-то не так. Она совершенно не похожа на Люси. А так уже лучше. Полное сходство. Проходите. Ура, удалось. Музыка, жди меня. Но есть проблемы. Настоящая звезда тоже здесь. Ты что, не видишь? Это я! Великолепная Люси уже в зале. А ты?
фейк. Непробиваемая охрана. Но звезда может спеть. Теперь верите. Нет, я тоже так могу. Не видать тебе концерта, дорогуша. Увы, но встреча с кумиром сегодня отменяется. Сегодня пижамная вечеринка. Ники, ты видела это? Волосатую проблему нужно устранить. Бегом в личный спа-салон. Ты со мной, подруга? Пинки, я схожу в свой салон. Потом увидимся. А ведь у Ники тоже не все гладко. Но на красоту денег нет. Придется искать другой выход. Срочно! У меня катастрофа! Без паники. Вип-мастер не такое видел. А в распоряжении Ники целая ванная. Итак, начинаем мозговой штурм. Что делать с волосами? Бриллиантовая депиляция творит чудеса. Ни капельки не больно. Ну, только если чуть-чуть. Так, что же такого придумать? Скотч! Уже лучше. Тестируем бьюти-идею. Клеим. И тянем. А почему так больно? Бедная депиляция – опасная штука. Срочно на перевязку. Время сменить пижаму на что-то изысканное. Вау! Платье просто блеск. Пинки теперь королева. А как насчет сияющего тату на спине? Прямо вот здесь. А Ники сама может навести красоту. Макияж получился что надо. Не хватает только временной татуировки. Никто и не догадается, что Ники банкрот. А теперь селфи на удачу. У Пинки тоже все готово. Ух ты, тату из кристаллов Сваровски. Блестящая работа. Я просто в восторге. Нет денег на лакшери-салон. Использую смекалку. Только не жужжать. Договорились? Увеличение губ с помощью пчел. Ну что ж, красота требует жертв. Надеюсь, результат не подведет. Пинки тоже хочет пухлые губки. Не вопрос. Драгоценные сыворотки творят чудеса. Ну вот, почти все готово. Вау, идеальный объем. А вот и Ники. Похоже, бабушкины рецепты не пошли ей на пользу. Что с тобой, подруга? Тебе нужно менять салон красоты. Даже богатых мучают ночные кошмары. И самый большой страх – это остаться без денег. Сейф. Что здесь произошло? Ауч. Больно. Увы, но богатство может ранить. О, нет. Случилось страшное. Последний доллар. Нет, нет, только не бедность. Кто совершил это дерзкое преступление? Да вот же они. Меня грабят. О, нет, только не мои украшения. Да как они посмели? Оставьте картину, негодяи. Да, мальчика, это мое, понимаете? Даже не уговаривай. Я это забираю. Эй, ты, не забирай мое денежное деревце. Договорились. Меняю на диадему. Какая наглость. В доме ничего не осталось. Даже телевизора. Но есть кое-что и похуже. Пинки теперь будет ходить в лохмотьях. Помогите, спасите меня от бедности. Но любой кошмар когда-нибудь заканчивается. Или нет? Неужели это навсегда? Все нормально. Одежда на месте, и миллионы тоже. Богатство так успокаивает. Чтобы заработать немного денег, нужно проявить свои таланты. Может, и Ники попробовать? Держи, дарю. Я теперь богатый. Сейчас или никогда. Барабан, это же совсем не сложно. Скоро Ники заработает свой первый миллион. Но ее творчество никого не впечатляет. Дайте денег. Неужели вам жалко? Но это пение невозможно слушать. Тут нужен другой подход. Заплатите, и я перестану петь. О, да, это сработало. Бизнес пошел в гору. Не знала, что тишина может стоить так дорого. Пока, ребята, приходите еще. Класс. Сегодня отличный денек. Перемена. Лучшее время, чтобы похвастаться обновками. Привет, Ники. О, что это у тебя? О, самодельные украшения. Это же бедно. В богатой школе так не принято. Но у Ники есть главный козырь.
Смотри, подруга, это выбирают звезды. Вау! Выходит, бедность сейчас в моде. Журнал с поддельными фотками. Отличный маркетинговый ход. Ники, мы тоже хотим. Без проблем, девочки. Разбирайте и будьте модными. Мисс Пенни тоже хочет быть в тренде. Урок все равно безнадежно сорван. Впереди селфи и модные примерки. Ага. Ники, а можно и мне? Деньги на стол, мисс Пенни. Еще немного, и Ники снова будет богата. Вечер пропал по телевизору. Ничего. Стоп. Ники, это же самая горячая новинка. 16 камер супер-мега-качества. Кто купит это чудо? Ты или, может, ты? Поспеши. Пинки должна быть первой во всем. А вот у Ники ничего не выйдет. И у нас первый покупатель. Деньги вперед, конечно. За высокие технологии приходится платить. Поаплодируем Пинки. Она теперь самая модная. А тот, кто не купил новый айфон, никакой не миллионер. Так себе реклама. Да как они смеют? Ники должна что-нибудь придумать. И план уже готов. Сейчас старый телефон превратится в новый. Проще простого. И у богатой подруги будет шок. Ники, где ты раздобыла новинку? Ничего особенного, Пинки. У меня свои связи. Это нечестно. Пинки больше не уникальный владелец нового айфона. Не расстраивайся, подруга. Как же я устала от бедности. Вау, какой красавчик. Сразу видно, парень при деньгах. Я должна с ним познакомиться. Эй, я здесь. Посмотри на меня. Но этот принц какой-то неразговорчивый. Упс. Похоже, здесь готовится ограбление. Сдавайся, парень. Отдавай деньги. Конечно. Только отпустите. Полиция, помогите. Все пропало. Деньги уже не спасти. Но на сцену выходит Ники. Она спасет миллионера-красавчика. Отдыхай, негодяй. А я пока подержу деньги. Это нокаут. Сэр, это ваше? Спасибо, вы такая храбрая. И за геройский поступок положен приз. Дарю, милая леди. Нет, ну что вы. Кому говорю, забирайте. Теперь у Ники есть миллионы. И, кажется, новый парень. Не хотите прогуляться до моего шикарного замка? С удовольствием. Барби-кампус встречает первых гостей. Это Мелисса. И она всегда приходит вовремя. Вау, как тут красиво. Лучшее место для милой Барби. Ой-ой, у нас тут еще одна Барби. Дерзкая Пинки. Лучше не путаться у нее под ногами. Местечко так себе. Придется установить здесь свои правила. Хорошая Барби всегда выглядит прекрасно. Даже рано-рано утром. Солнышко уже встало. Пора начинать этот день. Пинки, привет! А соседка опять всю ночь танцевала. Утро сегодня не очень доброе. И для начала вернем все части тела на место. Непростая задачка. Так уже лучше. Привет, Мелисса. О нет, хорошая Барби себе такого не позволяет. Пора наводить красоту. Залог красивого макияжа побольше розового. И немного блеска. Готово. А все лишнее в мусорку. Пинки тоже хочет быть красивой. Но у нее другие методы. То, что нужно. И первоклассный макияж готов. Ярко и дерзко. Мусорное ведро вместо косметички. Какой ужас. Мелисса не такая, но пора заняться прической. Хорошая Барби знает толк в элегантных укладках. У нее шикарные волосы и легкий ветерок напоследок. Мелисса готова покорять этот мир. А Пинки опять выручает мусорное ведро. Долой расчески. Классно, вышло, как будто и не было бессонной ночи.
Вот это мастерство. И как она это делает? Точно. Все дело в мусорном ведре. Стоит попробовать. Ну и глупышка же ты, Мелисса. Увы, но ничего не вышло. На хороших Барби этот метод не работает. Все пропало. Теперь заново краситься. Я на тебя обиделась, Пинки. В школьной столовой ни души. Отлично. Никто не помешает обедать. Никто, кроме Пинки. Привет, подруга. Вот ты где. Ой, мамочки, только не она. Место занято. Да ладно тебе, не дуйся. У Мелиссы сегодня королевское чаепитие. Все, как любят настоящие Барби. Какой аромат. А у тебя что на обед, Пинки? А у плохой Барби сегодня кое-что особенное. Этот аппетитный бургер. Приступим. Но кукольная еда – это так резиново, полная безвкусица. Вот пицца – совсем другое дело. Повезло же этим девчонкам. Но дерзкая Пинки знает, что делать. Чего смотришь? Есть разговор, дорогуша. Ох, что сейчас начнется? Ради вкусняшек Пинки готова перевернуть весь мир. Это был неравный бой. Пинки победила. Угощайся, Мелисса. Спасибо. Этот салатик просто объеденье. А вот плохую Барби не заботят лишние калории. Пинки, как некультурно. А после сытного перекуса уроки. И кто сегодня будет отвечать, куда бы спрятаться? Но спасение уже близко. В классе есть главная отличница. Опять ты, Мелисса. Убери свою руку. Бесит, но отличницы так просто не сдаются. Ура, Мелисса будет отвечать. Это ее звездный час. А у Пинки от учебы уже голова болит. Поскорее бы урок закончился. Но на очереди следующий вопрос. Ну, конечно, Мелисса своего не упустит. Ну уж нет, подруга. Получишь свою руку после уроков. Можете продолжать, мистер Эваль. Но разве это проблема? У Мелиссы есть еще одна рука. Она что, издевается? Это я тоже забираю, Мелисса. Пинки зря старается. У Мелиссы остались ноги. Хорошая Барби неисправима. Только нельзя мешать влюбленным. Тут кукольное свидание. И Кен само очарование. Романтичный, а главное, такой молчаливый. И это свидание должно закончиться поцелуем. Но Пинки разрушила всю романтику. Ребята, может, поиграем? Вау, кто эта прекрасная леди? Кажется, Кен влюбился. Я леди. Ты меня с кем-то путаешь. Да как ты мог? Это жестоко. Сердце Мелиссы разбито. Даже не надейся, приятель. Пластмассовым предателям здесь не место. А у Мелиссы будет настоящий Кен. Тебе нравится, подруга? Еще бы, он настоящий красавчик. Пинки знает толк в любви. А влюбленным пора пообщаться. Наедине. Это любовь навеки. Очередная пятерка за контрольную. Как раз в духе Мелиссы. У Пинки тоже все по-старому. Опять двойка. Но плохую оценку можно превратить в хорошую. Проще простого. Эй, ты, отдай свой тест. Нет, Пинки. Что ты сказала? С Пинки лучше не спорить. Иначе она такое устроит. Посиди здесь и подумай. Переменка прошла что надо. Но что это? Очередной тест. Ну сколько можно? У Мелиссы с тестом никаких проблем. Она все учебники наизусть знает. Но у Пинки тоже есть решение. Мистер Эваль, можно выйти. Ура, свобода. И надо действовать быстро. Эй, ты, вот тест. У тебя 5 минут, понятно? Тест уже готов. И чего только не сделаешь ради свободы. Посмотрим, что за него поставит учитель. Отлично, Пинки. Это пятерка. И даже с плюсом. А вот Мелиссе сегодня не повезло. У нее всего лишь пятерка. А где мой плюсик? Мелисса так любит спорт.
А после легкой разминки можно взяться за что-нибудь потяжелее. Но это любимая штанга Пинки. Отдай, кому говорю. Но Мелисса крепкий орешек. Даже не пытайся, подруга. Ну и ладно, Пинки терпеливая, она подождет. Вот только Мелисса не привыкла торопиться. Спорт – это серьезно. А побыстрее можно? Целая вечность уже прошла. Мелисса, ну давай уже. Еще немного. У Мелиссы уже третий заход. Да ты издеваешься. С меня хватит. Отдавай штангу. Как скажешь, Пинки. Держи. Ой, мамочки. Надо было сначала размяться. А у Мелиссы пятиминутка отдыха. Ауч. Мой зуб. Ну разве это повод отменять тренировку? У плохой Барби столько нарядов. Как тебе, Мелисса? Пинки, это ужасно. Нам нужен Барби-шоппинг. И не спорь, вперед. Ну вот, мы на месте. Пинки, смотри, сколько тут всего. Не нравится? А это милое платье тебе очень пойдет. Ты серьезно? Кстати, хотите чипсов? Ну, хотя бы примерь. Окей, раз ты так просишь. Подержи мои чипсы. Ну, что там? О, как можно есть эту гадость? И дерзкая Барби уже в новом образе. Пинки, выглядишь замечательно. Все такое розовое. Ты шутишь? А что, если его немного испачкать? Немытые руки, лучший дизайнер. Мне нравится, Мелисса. Пойдем. Пинки в своем репертуаре. Но за платье все равно придется заплатить. На день рождения к Мелиссе придет вся школа. И на этой вечеринке будут особые правила этикета. Синди, только не забывай про блюдце. Танцы здесь тоже будут особенные. Брэндон, руки вниз. Танцевать нужно вот так. Как же здесь скучно. Это что, детская вечеринка? Но Пинки спасет веселье. Ребята, зажигаем. Это катастрофа. Стоп! Да ладно тебе, Мелисса. Потанцуй немного. Благородная вечеринка пропала. Теперь это крутая тусовка. Но музыка вполне ничего. Диджей знает свое дело. Танцуем до утра. Парочка милых селфи с утра. Это традиция. Ох, от розового уже в глазах рябит. Пинки сейчас поработает над декорациями. Черный всегда в моде. Тебе нравится, Мелисса? Пинки, опять ты за свое. Вечно хорошая Барби недовольна. У Пинки есть тайная симпатия. Это что, двойка? Школьный хулиган Джек. Он такой милый. Пятерку мне за тест. Быстро. Ну вот, другое дело. Свободен. Все ясно. Здесь два одиноких сердца. Мелисса ненадолго станет их купидоном. Эй, ты! Это ты мне! Но до драки дело не дойдет. Кажется, это любовь. О, какие же они лапочки. Даже у плохой Барби должен быть парень мечты.